Добро пожаловать, дамы и господа, с вами снова мини-парша, и на этой неделе у нас недельная глава Шимон. В этой недельной главе меняется власть в Египте, и к евреям уже относятся не так, как раньше. Еврейский народ испытывали, унижали, но чем больше еврейский народ испытывали, тем он становился сильнее и процветал. И зачем вообще нужны были все эти испытания в Египте? Всевышний это сделал, чтобы еврейский народ становился сильнее, чтобы еврейский народ поднимался на следующий уровень, поднимался ближе к Творцу, и чтобы еврейский народ был готов получить Тору. И поэтому мы можем понять, почему у египтян не было успеха в уничтожении еврейского народа. Чем больше они стремились нас уничтожить, тем сильнее мы становились. И так же, как еврейский народ становился сильнее через испытания в Египте, то же самое происходит сейчас. Каждый раз в нашей персональной жизни, каждый раз, когда мы проходим нелегкие моменты, когда мы проходим испытания, мы становимся сильнее и мы становимся ближе к Творцу. Раньше это мы делали в Египте, чтобы были готовы принять Тору. Но на данный момент мы это делаем, чтобы мы были, как еврейский народ, готовы к приходу Машиаха. С вами была Мини Паша. Увидимся с Божьей помощью на следующей неделе.